Всем привет! В этом видео я хочу подсказать, дать совет, как лечить кролика от ушного клеща. И даже не как лечить, и как профилактику сделать можно теми самыми препаратами. Я это говорю для того, чтобы люди перестали, например, там, использовать всякие масла комфортные, скипидары, что-то еще там, уши кролику. Поверьте, ничего это не надо делать, лучше сделать проверенным препаратом. Например, это акарамектин, спрей. Ну вот. Он брызгается буквально 2 пшика в каждое ухо, и можно контрольно пролечить через 10 дней. Тогда уже уши очистятся, будут чистые. Этот препарат сделан на основе ивермека. Также есть этот же способ взять ивермек. Вернее, препарат сделан на основе ивермектина, и с его производной делают несколько лекарственных препаратов. Вот если взять ивермек сам, пузыречки, я беру очень маленькие пузырьки, потому что у них ограничен срок действия, и чтобы они не портились. Доза здесь буквально колется внутримышечно, доза тут минимальная, можно, если бы набирать, например, инсулиновый шприц, тут 0,1 всего лишь. Но инсулиновым шприцом очень тяжело колоть, потому что этот препарат такой тяжелый, вязкий. Лучше взять простой двухкубовый шприц и минимально одно деление набрать, ну, если получится, чуть больше, ничего страшного, передозировки здесь не будет. Ну вот. Ушки кролику нужно осматривать периодически. Если они чистые, значит все нормально. Но у меня с клещом в хозяйстве проблем очень мало, так как мы не используем сено в хозяйстве, только в маточнике. И клещ в основном в этом сене живет. Ну, естественно, не только в сене, он и вообще как бы присутствует в природе. Поэтому, когда попадает кролика в уши, они могут заболеть, и он может развиться в ушной полости. Но профилактику от ушного клеща, я имею в виду оборудование и клеток, я делал, во-первых, огнем, и, во-вторых, есть очень такое прекрасное средство, германское. Тут видно, что оно для всех видов животных, подходит для курятников, голубятников, крольчатников, и плюс где содержатся собаки и кошки. Просто раз в 2 месяца я обрабатываю этим препаратом клетку вот таким образом. Все, никаких тенет, никаких клещей, убивает все, что кусается, ползает, движется. Мух, комаров, клещей, все убивает. Очень прекрасное средство. И после того, как я стал применять вот это средство, я перестал пользоваться вот такими мухобойками. Они у меня раньше всегда висели, но я уже где-то 3-й год их просто не достаю. Вон, видно, они уже заржавели, запылились. Так что, ну, довольно-таки хорошее средство. Ну, в общем, вывод такой. Если обнаруживаем клеща у кролика, брызгаем ему акарамектин спрей, либо прокалываем ивермеком. Струпы из ушей можно не убирать, кролик их вытрясет сам.